Jesteś dla mnie, a ja dla ciebie. Najjaśniejszą gwiazdą na niebie. Вот наша новая комната. Вот он, рыцарь. Шикарный этот сейн. Как? Отлично. Чин-чин. Ну как, тебе нравится ли как в Польше? У меня нет слов. Как закопаны. Закопаны потрясающие. Татры потрясающие. Ты посмотри, этот рыцарь у нас прямо здесь. Да, прямо лежит у нас. Открывайте. Нас бережет. Найяснейшу гвязду на небе. Еще одна солнюшечка. Милейший Василий. А где только в твои очи патше. У меня наступило после сада. Сауны не забывайте, нифига нам эти хохлотские термины, да, когда у нас личные термины. Йоу, какой, какая это вилла роскошная, скажи. Очень веселое местечко, как раз то, что надо в день приезда. По дороге в ресторан мы попали под настоящий ливень. Здесь удивительно быстро меняется погода. Мы не очень-то разобрались в названии блюд и заказали какие-то смешные вещи. Как была гречка? Обстановка в ресторане живая, музыка очень нам понравилась. Мы провели чудесный вечер. Там куда подальше. Валерка. Только праздник, да? Уже много народу, утром не было. Но сегодня воскресенье на самом деле. Bye.
Мы идем на этого рыцаря, да? Да. А мы идем на водопад. Я водопаду очень рад. В такой прекрасный и прохладный день. Чудесно. Вот и 95 этажей, Лика. Это детский лифт для нас. Мы еще не пришли, еще 10 минут. Лика, посмотри, где мы сейчас будем. Последний рывок. Вон на ту горочку. До этого прошли 130 этажей. Надо еще... Последний рыбочек, и это самое, самое простое глупо. Мы летим на дроне. Толстенько. А он рыцарь. Да, сегодня это было просто разминка.